специальный мануальный массаж, достаточно мощные техники, локтевые, поэтому сразу смазываем локтем. Работаем по половинке вот с противоположной стороны. Начинаем с левой стороны. Первая наша зона будет активная, это возле сердца, плечи лопаточная. Поэтому человека ложим так, чтобы голова была повернута ко мне. Тут шея и трапеция расправилась, да? С этой стороны локоть убираем наверх, просто чтобы он не мешал, чтобы мы его не задевали. Поменяем эту руку вниз, а ту наверх. Голову разворачиваем, да? Да. И начинаем, соответственно, от общей части, вот от головы, от ягодиц до головы, прямо растирать сразу поперечно. Да, чтобы слышно было шорох. Спереди видно. Можно с утяжелением. Стол держим бедрами. Ребрами ладоней. Все. На растирание уходит буквально 1,5-2 минуты. Продольно. Опа, всю спину. Также можно с утяжелением. И теперь стежки от крестца в ямочку между позвоночником и паравертебральными мышцами. Вот туда внедряемся. Делим на 4 части тела человека. Раз, два, три, четыре. Вот туда прям. Потом на 3 части. Раз, два, три. Второй рукой можно делать маховик только, чтобы еще и сильнее было. И на одну часть, да. Соблюдаем настав тела человека. Лордоз, кифоз, чтобы все как волна вот так двигалась. Закончили лопатки и, соответственно, начинаем плечелопаточную зону. Ладонь вдоль мышц, открытой ладонью, еще двум ладони, потом поставили руку, иголю валик и большой палец. Теперь переходим на предплечье, по шее, вот туда, раз, и поднимаем трапецию на себя, с такой, с прокаткой вот такой. Вторая рука также работает, с ладонью. Будем валик, видишь, на свою руку вот сюда. Теперь поперек мышц, просто разденули локти вот там, да? Да. Растер лопатку и дошли до конца. Следующая зона пояснично-крестцовая. Значит, растираем прям близко-близко руки наши. Ребята, напишите в комментариях, как вам нравится массаж. Умеете вы его, любите ли вы его делать или любите на себе получать? Предплечьями уже, да? И теперь развернулись чуть-чуть на ягодицы. Получается, так же веерно растут мышцы здесь, а тут от уголка лопатки веерно вот так вот. Вдоль мышц получается. И ладонью, и ребром. В общем, то же самое, что с лопаткой. Добавили предплечье. И поперек мышц теперь. Добавили предплечье. И доходим до конца. Начинается самое интересное. Вибрационные техники. С крестца раскачали. И желательно, можно, конечно, вот так вот сделать, да, но так напрягается плечо лишний раз. Лучше весом тела вот давим. Весом тела своего напрямую руку давим. Так вот. Это интереснее будет. Прикольное движение, да? Да, ну и вначале мы когда делали опрос клиента, да, мы тоже его вот раскачивали за кости таза, да, и проверяли, насколько у него подвижность есть в позвоночнике, во всех суставах, в коленках, в пятках. В данном случае качание, видите, доходит до головы, до макушки, так что вполне нормальные, здоровые все суставы. Следующая вибрация, это мы берем двойной кольцевой захват, вот этот, сначала давай сбоку его сделаем, большой палец ходит против центра пальцев, вот так вот. Такое движение. Как помните, директора производства раньше сидели такие, пусть пальчики крутили. Вот, а мы это в массаже используем. Вот, а теперь нас интересует паравертебральная мышца. Только мы запястьем сначала раскачали таз, схватили паравертебральную мышцу. И вот это движение у нас пошло до конца. Вот раскачиваем таз до конца.
змейку вот такую гоним. Тряска осина ее называется. Да, теперь техника каблучки. Мы как будто каблуком вперед и вниз по 45 градусов забиваем ребра поперечное сочленение. Вот если отодвинуть мышцу, то вот они, эти ребрышки, нас именно они интересуют через мышцу. Здесь маленькая амплитуда, бережем почки, почки бережем. А как плавающие ребра прошли, уже можно прям посильнее и даже корпусом своим поддавливать. Даже головой так. Она все утерпит, да? Да, теперь выжимка от ягодицы вот туда и по гребню подошвы кости с утяжелением на ладони выводим прямо вот туда в паховую зону. Стол, естественно, придерживаем бедрами. По боку идем, плотно прижав руку и в подмышечную впадину вот туда прям. Теперь поверху идем. Рука не здесь лежит, а на ладони, чтобы плотнее было. И пальчики возвращаем вперед. И вот туда, в подключичную зону, прямо к косточке нашей вот этой. Ключицам. Значит, здесь закончили, да? И наш основной прием заключается в том, чтобы подбили отсюда отростки. Вот так вот на большой палец ставим свою ладонь и закручиваем цилиндрический координаты вокруг позвоночника. За ребра подкрутили, да? Все остальное подкрутили. Вот туда до самого верха дошли. Это наше было первое глубокое внедрение в мышцы. Мы вытерпели, да? Всегда спрашивайте, терпит человек или нет. Или тогда можно ослабить хватку, либо посильнее сделать. Переходим уже более серьезным кулачковым техникам. Это вот лапа леопарда, шестеренки вот такие. Должны как бы пальчики по очереди ходить, отделяясь друг от друга. То есть кошечка подогнала, поджала годки, и получилась такая вот блюдечка такое. Теперь вот так вот, жирнова, месяц. Тесто. Подхватили лопатку вот здесь, потом здесь, потом здесь. Подняли, отпустили. Подняли, отпустили в трех местах. Подняли, отпустили. Теперь подняли и потрясли ее так. С вибрацией теперь подняли и перекидывали. Ага. И пошли двойной кольцевой захват. Вниз вот идем полоску по боку, да? Сверху возвращаемся. Обратно. Наша цель покрыть всю спину здоровым румянцем. Все, я вас поздравляю. Плотно. Ну вот тебе надо позиноваться именно на всех мышцах. И на жестких, и на мягких. Я, ну да, так это, боли так пощупается, да, прям вот так. Все сильнее, прям. Нажми еще раз, play. Так, наша цель, чтобы все вот оно покраснело. Теперь берем, вот так пощипываем с подкруткой. Хаотично, может, вот, чтобы все покраснело. Чтобы создать гиперемию. Продолжаем создавать гиперемию. Ее называется метелка. Расслабленная рука, вот так потренируйтесь, да? Вторая рука и машет, чтобы она вообще не напрягалась. Сразу переходим в лапу леопарда, начинаем натирать. Потом накрест вот эту, чтобы еще захватить ягодичные мышцы туда-сюда, по пояснице. В разные стороны. Лапа леопарда, да? Леопарда доходит до
трапеции, мы каждый раз будем возвращаться, поднимать ее вверх, вот так вот, оттягивая назад. Теперь кулаком с утяжелением. Упарывайте важные мышцы. Тут по ребрам будет, конечно, больно. Поэтому мы через мышцу работаем кулаком. Если кому-то больно, да, можно плоскостью вот так положить. И плоско раздавить. Теперь открываем ключи шлюзов. Раз, два, раз, два. Наша цель сдвинуть эту мышцу, этот валик от позвоночника. Рука, которая впереди идет, она как бы первая начинает. Есть контакт, молодец. Теперь задвигаем. Шлюз открыли, потекла вода. Шлюз открыли, потекла вода. Вот рисуем такую, получается, тельняшку для девушки, да? Но на самом деле это у нас из отработанной зоны. Мы сливаем лимфу под мышку, переднюю часть организма и вот там вот. Подключичную зону, вот туда. Опять потянули трапецию на себя. Захватили позвоночник. Ассист отростка, так вот там кулачком. И вернулись назад. Другой рукой, да. Делаешь вот так, вернулись. И наша цель теперь ППС, пояснично-подвздошный сустав. Туда, кстати, редко такой массаж залазит вообще, но там именно самые боли бывают. Вот туда прям. И кулачком туда прям вот вовнутрь залазим. И пальчиком туда, и можно пальчик простучать. Терпимо, да? Вообще, да, мне там как надо. Как тебе чувствуешь? Все постучать надо, да? Вот. КПС, это вот тут сустав находится. Его тоже можно промассировать прям жестко. Кулачком прям можно. Терпится. Крестец это 5 сросшихся позвонков, и на них тоже есть отростки, позвонки, отростки, да? Их вот мы обходим вот так вот пальчиком по кругу. Доходим до того места, где заканчивается, там такой квадратная как бы такая ниша будет. Это прямо пунктурная точка, откуда выходит конский хвост. Нервный конский хвост. Не твой хвост, я имею в виду, а нервы. И еще одна точка, где копчик, прямо на копчик, где он крепится. Продавили, теперь тут 4 выходящих нерва. Нащупался. Раз, два, три, 4. Как говорил мой дед, во всем важны нюансы. Опять ППС расшатали, да? И место крепления мышц с этой стороны. Сам гребень и место крепления мышц сверху. Проработали вот так вот вниз. Заодно и лимфу сливаем. Теперь прием называется куриная лапка, когда у нас все пальцы расходятся в стороны. Формируется, чтобы все шли в стороны. Большой назад тоже шел. Большой у всех пальцев отходил. Вот, ставим большими пальцами, соответственно, на ППС здесь. И получается перпендикулярно здесь. Это кулак от крестца, а этот гребень воздушной кости отдвигает ягодицу вот по очереди. А здесь, соответственно, мы вот, видишь, по очереди под прямым углом ППС прорабатываем. Глубоко, вот так поглубже прям. Чувствуешь? Угу. Это вообще супер движение. Ноу-хау от Олега Алафагудина, вашего уважаемого друга, сенсея и слуги. Да. Ну, не сюда, а вот туда, вот это место. Ягодицы мы работаем, да. То есть не здесь, а уже с ягодицы, перешли на ягодицу. Довели до конца теперь. Доверить слабительной кости, они же вот так волокна растут, да? Развернулись, уперлись в таз, а с этой стороны начинаем вокруг Верцева. Первая зона пошла, проработали шестеренкой. Вторая линия. По центру, третья сверху, где мышцы крепятся. То есть два места, где крепятся мышцы, и по центру. Теперь то же самое, кулаком прямо так жестко, раз. Терпимо? Да. Ну вот средняя ягодичная мышца у женщин обычно бывает такая болезненная.
И когда там будут спазмы, вы почувствуете, что как будто ваша рука вот через пальчики так, как бы проходит через какие-то жесткие там струны такие. Размяли хаотично, пекли месяц теста, соединили, развели, свели по диагонали, скрутили, в общем, все как ваша фантазия сработает, как будто будет тесто месяц, да? Для пиццы или там для бисквитного торта, да? Для чего месяц? Для перемешек. Для перемешек, да? Хорошо. Перемешки с тебя будут, а? Да, и теперь вдоль. Вибрация вот такая, вдоль этих волокон. До крестца, крестец тоже. Крестец можно пожестче. Вот. Но как только доходим до базиса нашего, сразу расплющиваем руку. У нас остисты попадают вот сюда, между костяшками, да? Только не по коже не лозим, чтобы остисты не переходили, а прижали и кости вот так вот растрясаем в разные стороны. То есть наш массаж, специальный мануальный массаж, авторская методика, призван сразу работать на кости, связки, на костно-связочный аппарат, сразу идет декомпрессия, сразу вытяжение идет, сразу уже все прощелкает. И все равно это подготовка только, разогревание тканей для дальнейшей мануальной правки, когда мы уже правим ноги, таз, шею, ну там все правим. Так, теперь вот от этого базиса отталкиваем таз назад, а позвоночник туда. И вот руки как бы друг от друга они расходятся. Вот так, в разные стороны. В длину, мы же в длину делаем, не поперек, а в длину. Мы же позвоночник вытягиваем. То есть все кости, которые растут сюда, тянем вверх. Отсюда все кости, которые растут вниз, тянем вниз. Теперь будем за руки дергать вверх, а тут за ноги вниз будем дергать. То есть отсюда вот растягиваем. И тем самым мы пружиним так бы, да, и напитываем межпозвонковые диски. Ну и дальше пошли растягивать, эта рука на месте осталась, да, а это вес позвоночник. Вес тела держим, конечно, сверху. Вот разделываем моей зоной. Там тянется, ты чувствуешь? Вообще-то, мне кажется, тянется. Хорошо, да? Теперь захватили остистые вот этой косточкой. Вот так вот, да? И с утяжелением расшатали в сторону прям. Тоже можете прокрутить кое-где. Да, я что-то просто... Хрустнул вот здесь, да? Да. Можно еще раз. Погромче говорят, он не верит. Хорошо. Да, если вы не поставите лайки, дальше вам ничего показывать не будем. Давайте быстренько ставьте, я жду. Без вас не начнем. Давайте. Yes. Мы закончили плашковые техники, переходим к локтевым. Получается, нож входит в масло по диагонали вот так вот. Раздвигает таз от плавающих ребер. То есть вот от острого мизинчика шире. Но мы уперлись вот в таз, и таз еще толкаем туда. Вторая рука заходит вот сюда и за ребра толкает. Вот, первая пошла рука, вторая пошла. То есть они далеко не уходят, они на одном месте вот работают. Туда-сюда вот растягиваем. Пошла рука к голове, и это ныряет поглубже локтем, обходя косточку. И на ягодице начинает описывать 4 концентрических круга. А тут растираем уже трапецию. Одновременное движение очень хорошо тренирует ваши оба полушария мозга. Теперь схватили позвоночник. Вот так вот кулаком работает. Остистый отросток вот так вот. Да. Здесь 4 параллельных линии, а тут расшатываем позвоночник. Продолжаем его постоянно расшатывать. Видите, у нас в течение всего массажа идет вибрации, в течение всего массажа идет вот какие-то колебательные процессы, таз все время шевелится туда, да, тело постоянно ходит ходуном. Значит, здесь закончили, и рука превратилась в рубанок. Начинаем 4 линии натирать вот так вот. Ага, перешли к ягодице. Быстро не сбишь, туда ее оттаскиваем. Квадратную мышцу с косой оттаскиваем. Широчайшую мышцу отодвигаем. Трапецию нижнюю
Добавили верхнюю трапецию, разделив руки. Теперь поперек поставили, легли на человека. И вот поперек начали его раскачивать. Вернулись сюда, поставили в ППС локоть. Как раз вот там два пальца, да, и наш острый каток тоже два пальчика. Вот как раз вот сюда. Сейчас не в кость попадаем, да, а в ямочку. С другой стороны. Ты же тут работаешь. Вот сюда. Это рукой, вот это рукой под углом. Вот туда вот. И с этой стороны работаем и отодвигаем. Не попал ты уже. Сверху. Да вот. Вот сюда. Кость не попал. Это и есть кость, мне кажется. Вот кость. Ты не сюда. Да. Я же говорю, там промежуток. Да. Там два-три пальца буквально промежуток. Вот сюда надо попасть локтем. Если съедешь по кости, будет больно. Ну да. Вот. Дальше по гребню. Гребень, учтите, он идет выше, чем нам кажется. Вот нащупайте, где он, вот он. И сверху еще пару-три сантиметра складочку добавляем. И уже локтем не острием идем, да, а вот этой частью уже. Сейчас косточку обходим, вот здесь вставили. И человеку не будет больно, когда вы правильно сделаете. Чувствуешь, как раздвигается? Да, у меня же она больно? Выше была. Да, сейчас да, вот. Да, вот этого типа ванка была выше. Ну, кстати, да, выровнялась. Не до конца, но уже лучше. То есть мы прям таз отодвигаем до туда. И вот тут тоже меряется расстояние. С какой-то, с одной стороны, бывает уже, с какой-то шире, да. То есть мы где уже, там прям вот разбиваем, чтобы она отодвинулась. Расширился сустав вот этот. ППС и КПС, соответственно. Так, ну и дальше смотри. Вернулись назад локтем, да, вот такая поза у нас. Можем этим локтем работать, а можем вот так перейти на другой локоть и рисуем большую блюдце по спине, в сторону. Отойдем вдоль позвоночника, у нас вверх всегда идет движение, для декомпрессии, да. Прямо локоть поднимаем выше, чтобы у тебя прям вот давление было, большое мощное давление. Теперь возвращаемся и рисуем циферблат маленьких наручных часов. Раз, два, туда подбиваем. Все. Если надо посильнее, да, то можно не еще. Надо посильнее. Не надо, да? Все. А я думал, девушка, все вытерпит. О, мне было уже хорошо. Уже хорошо, да? Так, и теперь скобу такую ставим, лодочку до причала ставим, яхту как бы, да? Раз. С этими мизинцами раздвигаем таз, вот плавочек ребер. Не ползем никуда, а именно тянем в сторону. Руки друг от друга отталкиваются. Еще раз. Квадратные мышцы растягиваем. Расслабляем их. Плавающие ребра пропускаем. Вот отсюда начинаем вбивать. Вот ребра идут как пальцы, да? Колышки вбиваем с нашим мизинцем. Прогремел выстрел, началась регата яхт. Первая яхта пошла, то есть на четыре части делим, помним, да? Вторая, третья и четвертая. Растягиваем за затылочную, то есть за акромиальный отросток. Шея, видишь, как тянется. О, чувствуешь, да? Лебединая. Да, будет длинная лебединая. Тяжелая. Лебедя прямо тут. Теперь на три части делим. На две части. С выдохом. Выдыхаем и на одну часть. То есть получается, яхту сколько поставили? Одну вот здесь, да? И между 10 ребрами, то есть два попустили ребра, 12-11, между 10 ребрами осталось 9 промежутков. То есть всего 10 яхт поставили. И запустили мы сколько? 4 плюс 3, 7, да, плюс 2, 9, плюс 1, 10. Сколько поставили, столько запустили. И вот теперь самое важное. Уперлись в таз, то есть в крестец, и вот эту косточку определенно вот держится, да, рука.
Здесь перешли через ребра, чтобы, ой, через остисты, чтобы не касаться. И весь организм раскатываем вот так вот в разные стороны. Дырка не ползет, не ползет, таз держится. Держим таз, прям вот его раскачиваем. Я вам говорил, что у нас в процессе всего массажа постоянно идет раскачивание. Ну и тут такой нюанс. Если кому-то кто терпит, можешь прямо стрием идти, да? А кто не терпит, предплечьем. То есть вот так я положил руку, да, и будет помягче. Так, с вами Олег Алагудин. Подпишитесь на наш канал. Мы продолжаем работать дальше. И теперь техника бульдозер, точнее каток. Вот сюда два локтя поставили, где мы распорку сделали, вот эту, да? Это в таз упирается, а это в ребра. Вот параллельно прям. И идем вверх. Декомпрессируем позвоночник. Кое-где можно. Головой там, как мантия мусор вырыв, попрыщу себе. Основной вес вот на этой руке, на передней. О, вытерпела, да? Отлично. Вторая рука догоняет плечи. И мы переходим к пятому сету. Это будет вот обработка лопатки, вращение топорика. Там еще очень много интересных приемов. Но об этом в следующем видео. Поэтому не отключайтесь, а поставьте лучше значок на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе важных наших событий. Щелкать давай.